экологически чистое хозяйство. Подкармливаю всех животных к ряду, включая прудочных. Вот у нас на даче еще снег. 9 апреля 2017 года. Какой у нас праздник сегодня? Да, у нас сегодня вербное воскресенье. Вон еще снег лежит у нас. Это типа помогает от проволочника, да? Народное, русское народное средство. С помощью турецких этих апельсинов марокканских. Все проволочники уйдут к соседям. Или придут на пир от соседей. Ну, дай бог будет хороший урожай чего? Картошки, да? Перепелиная скорлупа, всякая скорлупа. Будет хороший урожай.